лыжи на колесах или ски-виллы. Именно так называется оборудование, на котором катаются участники реабилитационной программы «Лыжи мечты. Ролики». Они используются исключительно с горнолыжными ботинками, позволяют держать баланс, фиксируют стопы. На таких ски-виллах планирует прокатиться Даша из Серпухова. Вместе с мамой она приехала в Одинцово, чтобы принять участие в открытом уроке по терапевтическому роллер-спорту для особенных детей. Даша второй у меня ребенок. Вот так случилось, что у нас диагноз ДЦП. Ну, слушайте, мы живем полноценной жизнью на самом деле. Много где участвуем, вот нас пригласили сюда, здесь мы еще не были. С проектом семьи Белоголовцевых в Одинцово уже знакомы. В прошлом году жители нашего района принимали участие в летней программе реабилитации «Лыжи мечты. Ролики». Это дети с особенностями развития: ДЦП, аутизм, проблемы зрения и слуха. Проект поддерживается губернатором, Министерством социального развития и детским омбудсменом Ксении Мишоновой. Для меня лыжи мечты – это такой индикатор для любого человека, кто с этим сталкивается, особенно для людей, которые во власти. Это индикатор на честность, на неравнодушие, на открытость, на доброжелательность. Этот проект сразу может показать нам, кто есть кто. И видите, как он развивается в Московской области? Значит, здесь все хорошо. Участие в открытом уроке принимают десятки семей из разных муниципалитетов Подмосковья. В этом году впервые в программу включены ребята из Староградковской школы-интерната. Кроме того, занятия по реабилитации на роликах пройдут и в Одинцовском парке. Реализовывать проект в нашем районе помогает благотворительный фонд «Лизонька». Есть, к счастью, добрая воля губернатора и правительства тиражировать эту программу и вводить, но всегда лучше попробовать своими руками. Да? Мы видели, у нас вот мальчик Андрей встал и через 5 минут уже поехал без оборудования, уже вот с такими глазами из Серпухова они специально приехали. Катайтесь на здоровье, говорят представители программы «Лыжи мечты. Ролики» и поясняют, проект открыт для волонтеров и инструкторов. Желающие стать частью команды могут найти необходимую информацию на сайте dreamski.ru. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».